приветствуем. Кристалл, Санкт-Петербург, Локомотив, Москва на песке. Ну и судьи, конечно, вместе с ними. Денис Смольянинов, Алекс... Центр, удар поворотом. И вот такой момент сразу. И 1-0. 10 секунд потребовалось Кристаллу для того, чтобы открыть счет в матче. Дмитрий Шишин. Реальный Кирилл Романов, капитан, сейчас рвется вперед. И 2-0. Кирилл Романов! И 3-0. Кристалл еще увеличивает отрыв от московского Локомотива. Маурисиньо. И вот сейчас выходит на песок Виктор. Значит, нужен он Илье Леонову. Удар 4-0. Дмитрий Шишин. Дубль. Спартака. Он исполняет 3-метровый, а нет, Крашенинников, да, самый правый угол, низом, Юрий Крашенинников и 6-0 в пользу Кристалла. Родриго. Поражение. Кристалл. Безумно стабильная команда. Удар Николай Крушанов. 6-1. Капитан Локомотива, он умеет... Удар Ильинского, 7-1. Алексей Ильинский.
тоже забивает в этом матче. Кристалл. Никита Сафронов. Удар 7-2. Только я хотел начать рассуждать на тему, что Локомотиву нужно размочить их. Дельта, они сыграют в матче за пятое место. Ну а в этом матче победитель определен. 7-2. Санкт-Петербургский «Кристалл» переиграл московский «Локомотив».